Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Kitty Strike Force или Котики вперед. Ну что же, мы остановились с вами на 8 главе. Это у нас опять же болото, все до сих пор болото. И, ну тут очень шикарные будут костюмчики, да? Мы уже немножечко с вами попробовали здесь побомбить. Так, и мне немножечко здесь кое-что подсказали, поэтому я хочу, друзья, проверить. Ну, во-первых, мне сказали на первого нашего танка ставь неуязвимость. А она у нас как раз и стоит на нем. Шикарно. Так, ну что же, два стрелка у меня, да? Погоди-ка, какие у меня два стрелка? Этот не стрелок, друзья мои, этот далеко не стрелок, это ближник. Давай-ка палочку мы у тебя уберем, браток, и поставим какую-нибудь пушку замечательную. Ну, надо, наверное, что-нибудь из последнего, да, найти. Так, где у нас вот из последнего? Так, что у нас здесь? Ножички, кортики, это все, конечно, хорошо, но не то. Это все не то, друзья, нам именно нужен дальний бой. Так, лук, ну, давай посмотрим, приблизительно. А, пистолетик у него, какой лук? Пистолетик, сейчас мы будем с вами смотреть, что же у нас есть наилучшего. Наилучшего, я смотрю, ничего, по-моему. Так, лук. Фигня. Это фигня. Так, это тоже ерундистика, на самом деле. В общем, так, тоже не годится, да? Не годится. Ну, а здесь у нас, по-моему, нет ничего такого, да? Из метательного. Хотя, подожди, тоже ерунда. Ладно, оставляем, короче, этот пекаль, да, у нашего котенка. Зайдем, наверное, мы с вами посмотрим, что у нас там по тренировкам. Угу, отлично. Прокачаем маленько ХП, потом силу атаки. Вот так вот мы будем делать, да, с вами. Это все именно на наших танкульках. Ну, а этим, конечно же, нужно силу атаки и скорость. Ну, инициатива, так назовем ее, да. Угу. Все, шикарненько. Друзья, я не знаю, сколько у нас сейчас денежек. Давай посмотрим, может быть, какой-нибудь нам бонусик можно будет активировать. Да, я думаю, что мы с вами сейчас активируем бонусик. Так, приценимся. 264 монетки в данный момент у нас есть. Постоянное лечение. Я думаю, что нам не нужно это. Сила вот умений, да, 20%. Я думаю, это будет оптимально. Покупаем на 6 минуточек. Это все будет у нас действовать. И поехали. Поехали, друзья мои, сюда. Так, тут камушек, значит, нам... Так, мы можем... Так, секундочку, давай посмотрим. Идут наши котики, довольные, придовольные прям, да? Но этих нужно наказать однозначно, потому что этих костюмов у нас нету. И они нам... Вот зачем я сейчас активировал неуязвимость? Надо было ее вначале бомбить, елки-палки. Ай-яй-яй, хорошо, ладно, пускай будет так. А ну-ка! Вот! Слушай, ну неплохо, уже неплохо, друзья мои. Мы получили с вами, да? Какие-то части костюмов. И это уже хорошечно. Так, запрыгиваем сюда наверх. Сейчас будем с вами просматривать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, совсем забыл, друзья мои, что тут ловушка. Да, господи, я никак не могу привыкнуть к этим ловушкам. Все время они меня бомбят. Так, ну-ка, опа, хорошечно получилось. Отлично, друзья мои, костюмчик практически у нас собран. Так, надо будет наказать вот этих вот олухов. Ай-яй-яй. Одного котика мы уже с вами, к сожалению, потеряли. Друзья, второго потеряли. Да что ж такое-то. Так, минусанули. Давай-давай-давай-давай этого Саурона, или как его там величать, я уже не помню, друзья мои. Друг Гэндальфа, который потом его предал. Изи. Так, и... Да елки ты, моталки ты, палки-то дран. Да чтоб тебя. Слишком много здесь ловушек для нас. Слишком много. Ладно, хорошо. Ой, подожди. А что ты делаешь? А что ты делаешь, дружок мой? А, все хорошо. Надеюсь, тут нет никакой ловушки. А то еще не хватало мне потерять последнего нашего котика. Причем, друзья мои, я до сих пор еще не открыл ни одного, как вы видите, сундучка. Так, давай-ка посмотрим, что у нас новенького там появилось. Может быть, что-нибудь нам здесь, да, пригодится. Ага. Не, ну я не хочу, ребята, это ставить, на самом деле. Во, костюмчики новые у нас с вами появились. И что я вижу? Что я вижу? Я ничего не вижу, друзья. Ничего не вижу хорошего, по крайней мере, для нас. Ага, сила атаки, да? Плюс 2. Инициатива минус 1. Хорошо, хорошо, возьмем. Так, здесь у нас... Ну, это ерунда полнейшая. Ерунда полнейшая. Так, хп-шечку, да, на 4 повышает нам. О! Вот сюда поставим.
Кот-бородач. Ну что, друзья, я думаю, пора нам еще немножечко здесь пробежаться. Я, честно говоря, не особо понял, что же нам тут нужно все-таки сделать. Как именно нужно действовать. Ну, предположим, сейчас мы этих накажем. У нас, по-моему, еще не full set, да, у них. Так что... Да что ж ты будешь делать-то? Не вовремя я все делаю это, друзья мои, не вовремя. Так, упал. Отлично. Вот теперь, по-моему, full set. Full set. А вот как вот здесь? А, все, друзья, я понял, как мы можем. Сейчас он нас развернет, да? Наш командир сборной по котятам. И мы сейчас вот где надо было запрыгнуть, запрыгнем. Без врезания в этот камень. Вот так вот. Отлично. Я просто боюсь, что тут будут везде ловушки. Ать, надо же было попасть, да, именно на нее. Так, друзья, ух ты, новые костюмчики. Это хорошо, это отлично. Давай-ка накумаривать. Конечно, накумаривать, друзья мои. Да ну серьезно, что ли? Так, минус один. И... Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай-давай-давай. Да елки ты по... Ладно, хорошо, что-то все-таки... Ага, вот и сундучок первый, друзья мои. Вот он, первый сундучок, я его... Как же я играю, а? Не очень хорошо, не очень удачно. Куда ты побежал у меня, котик? Зачем ты так со мной, а, родной мой? Ну, зачем? Ну, ладно, давай тогда так сделаем. Отдуплиться я чувствую сейчас. Просто отдуплиться, друзья мои. Упал еще. Ладно, сделаем опять же по повторочке. Такой, мне нравится, знаешь, это же, по-моему, костюм Флинстоуна. Так ведь, друзья мои? По-моему, да, именно вот эта вот причесочка. Именно... Хотел сказать, именно этот пистолетик. Хотя они там ходили не с пистолетиками, конечно же. У них были дубинки, друзья мои. Ну, а тут с пистолетиком. Представляешь, сейчас... Да елки-палки, ну что ты... Почему ты не прыгнул-то вовремя-то, а? Почему ты вовремя не прыгнул, котик? Вот скажи мне. Зачем ты издеваешься надо мной и над моими зрителями? Им, думаешь, интересно смотреть, как ты тут ходишь, прихорашиваешься в своем древнем костюме и со стволом в руке? Давай. Вот, совсем другое дело, а то начинает мне тут выкаблучиваться. Так, двигаемся, друзья, двигаемся. Тут у нас вот еще один сундучок, я его как раз хотел открыть. Тут, я думаю, где-то ловушка, наверное, будет, нет? Нету никакой ловушки, странно. Но это мне не годится, согласись. Это мне не годится, и мы с вами еще... Я вот, кстати, не посмотрел, мы с вами полностью набили вот этот костюм или нет. Ладно, фиг с ним, давайте, ребят, по-быренькому еще на разочек с ними тут разберемся. Да? Так... Накумарочка. Накумарочка, говорю. Да, друзья, по-моему, полностью у нас костюм. Оба костюма получены. А вот здесь вот нет. Да и тебе... Как же меня раздражают вот эти вот плешивые ловушки, друзья мои. Очень раздражают. На-ка, получи и распишись. Минус один. Костюм полностью собрали. Так, здесь у нас, интересно, получится? Выдастся нам? Да ну... Да что ж ты будешь делать? Все, не фул. Не фулл сет. Да ее... Не успеваю я, друзья мои, среагировать на это все дело. Понимаешь, не успеваю. Ну куда, ну вот куда вы развернулись-то? Ну господи, ну... Вот непутевые, а. Вот же непутевые, друзья мои, а. И опять у меня этот, да? Опять у меня мелкий Флинстоун. Самый главный. Все ходит, прихорашивается. Ладно. Слушай, а где вот этот вот у нас самый крутой-то сундук находится? Вы его видели? Я вот что-то, кстати, не замечал. Так, перепрыгиваем. Да чтоб тебя, ну ты... Ну ты специально это делаешь, что ли, а? Ну ведь все же нормально, все делаю идеально просто-напросто. Идеально. Идеальнее некуда, ну вот. Не может он сразу так сделать с первого раза. Вот надо ему тут походить, прихорашиваться, повыпендриваться, да? Перед моими зрителями. Нет, ну ты... А, там... Вот и, друзья мои. Я только сейчас увидел, что там дерево. Я все хочу туда запрыгнуть, а там, оказывается, дерево было. Ой, Рэй, Рэй, ну господи. Так, ага. Вот оно даже что. Тут можно было снести дерево и поверху. Все, друзья, я понял. Я понял, где у нас, по ходу дела, следующий сундук будет. Он будет находиться именно наверху. Вот с этими охламонами мы с вами обязательно встретимся. Так, ну здесь, естественно, меня сейчас отдубасят. Я ничего не смогу сделать. Печалька. И заодно мы сейчас посмотрим, каких же костюмов у нас все-таки еще пока с вами нету, чтобы приблизительно знать, к чему стремиться. Давай посмотрим. А ну-ка, покажи мне, пожалуйста. Так, у нас этот полностью собрат. Ага, здесь не хватает оружия. Вот оно что.
Ладушки, будем знать. Так, что-нибудь хорошенького такого для нас тут есть? Да ладно, вообще что ничего нету? Фу, друзья, нету. В общем, смотрите, получается, что только лишь два, да? Три костюма у нас собрано, три костюма. Остальное надо еще собирать. Остальное еще нужно собирать. Да, я думал, у нас все намного лучше, а на самом деле все намного хуже. Поехали, стартуем. Поехали. Котики, как говорится, вперед. Ну, вот здесь, по-моему, фулл сет. Так что с этими мы охламонами не будем драться. Ага, шикарно. А вот здесь вот надо будет под... Да елки-то палки, эти рыбки меня специально вот с панталыги сбивают. Вот здесь у нас, друзья, не фулл сет, поэтому нам он обязательно нужен. Ага. Так, а давай вот так вот сделаем. Так-так-так, ну все равно, все... Вот, вот теперь полностью мы собрали костюмчик с вами. Все, теперь я вижу, друзья. Ну, добьешь? Добил, отлично. Тут, по-моему, тоже фулл сет. Ах ты! Ух, шлепок мелкий, а! Да что ж ты будешь делать? Ну, Рэй, ну, господи, ну... Понятно, опять это дерево мне помешало. Хорошо, давай попробуем... А, вряд ли я справлюсь там. Я, друзья, вряд ли справлюсь. Даже если я наверх пойду, мне не хватит мощей. Ну, хотя бы рыбок собираем, да? Вот, сундучок. Ать, вот здесь я хотел сказать, хорошо прыгануло, ага. Вот самая основа. Вот здесь вот. Кстати, это у нас кто? Это у нас не Робокоп, это Судья Дред. И вон, кстати, сундук стоит последний, который нам с вами нужен. Так, может, вам стоит подкрепиться? Такое вот мне предложение делают. Подкрепиться, говорит. Хм. Да, в принципе, можно было бы подкрепиться, лишь бы денежек у меня хватило. Да? Посмотрим, посмотрим. Так, здесь у нас инициативу прокачиваем. Инициативу. Так, шикарно, да? Такой злой тренер наш. Так, хорошо. Значит, насчет кормежки. У нас как раз кончился бонус, да? И 316 монет. Сила умений. Постоянное лечение. Постоянное. Давай, наверное, силу умений 20... Нет. Нет. Или да. Или нет. Или да, или нет. Или я не знаю. Хорошо, сила умений. Все, друзья, сила умений я покупаю. Опять же, на 6 минут. И погнали. Кстати, у нас тут еще один босс. Мы на него не ходили. Даже не знаем, что там нас вообще может поджидать. Но в любом случае, костюмчики я здесь соберу все. Чего бы они тут ни делали, как бы они ни старались мне их не дать, я все равно их заберу. Все абсолютно. До единого. Так, где-то здесь у нас должны быть ловушки, я же знаю. Ага, помню я это. Вот здесь вот, к сожалению, я перепрыгнуть через них не могу, друзья. И рад бы как бы с ними не драться, но... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я понял, 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 постарайтесь использовать с умом. Я с радостью бы... Да что ж такое-то? Не могут быть так... Да как так-то? Как так-то получилось-то, эй? Да ну, хорош, завязывай, такого быть не могло, вообще. Тьфу, ты опять я в это дерево врезался, да чтоб тебя, а? Не, друзья, я считаю, что это несправедливо. Ну как они всех, вот эти вот два охламона разбомбили мне мою команду котиков? Как они могли такое сделать вообще? Допустить? Не знаю. Не знаю. Так, тогда получается, как мы вот этим вот составом должны, по-вашему, вот здесь вот бомбить вот этих вот... вот этих вот следующих котов, которые должны были быть. Вы слишком слабы для меня. Да иди ты знаешь куда. Кстати, давайте посмотрим, что там у нас за босс. Мне вот хочется глянуть. Поехали. Схема уровня. А ну-ка. Что за архаровец тут? Вау-вау-вау-вау-вау. Сколько у него там здоровья? 2800. Нифига он там бомбит. Вот это да, вот это ты бомбила, парень. Вот это ты бомбила. Кстати, здесь надо было, знаешь, что покупать? На 20% урона по боссам. Вот это, наверное, бы зашло. Вот это бы так зашло бы, друзья мои. Че, у меня больше ничего нету? Все кончилось, что ли? Все кончилось, друзья мои. Все мои навыки закончились. И остается лишь только вот так вот их в рукопашку бомбить. Слушай, а я думаю, мы справимся с этим охламоном. Механическим лисенком, так скажем, да? Пока все целенькие у меня. А у него здоровье 84 и... Прикольно разрушился. Хе-хе-хе-хе. Сидит там. Эта железка работала на старом андроиде. А мне-то какая разница, что он на старом андроиде работала. Главное, я прошел его, вот и все. Так,
Девятый уровень. Ну, давай одним глазком просто глянем с тобой, да? Здесь все, что нужно, у нас с вами есть. А это что? Это у нас отсылочка к черепашкам-ниндзя, что ли? Я так понимаю, да? Вот это, по-моему, Леонардо, это, по-моему, Рафаэль. Ну да, судя по тому, что это очки. А, вот Донателло. Ой, какой Донателло? Майки, конечно же, Майки, господи. Майки, а где Донни? Почему Донника нету? Так, ну тут серьезная замашка, друзья мои. Так, ну что, Рафик, ты готов? Ну-ка давай. 506 хп, ну в принципе не так уж и много, терпимо, друзья мои. А, как он врезался, да? Ну вообще-то принцессе здесь нравится. Да, это меня не волнует, что там принцессе твоей нравится. Я пришел освобождать ее. Так, что это мы там сделали? Ох, как хорошо-то, ребятушки. Мы, ой, бомбим-то их по красотульке. Донаты получи. Мы, главное, что с вами отобрали мечи и... Ага, футбол просто отобрали. Я думаю, мы нунчаки сможем брать. А это кто? Слушай, эта отсылка тоже мне что-то до боли знакома. Я не помню. А, друзья, а вы помните, к чему это лисенок отсылка? Прическа очень больно знакомая мне, на самом деле. Так, давай вот здесь, наверное, тоже пособираем рыбок. Опа, наверх мы с вами сиганем. Так, я пока не буду... Во, су... Че я сделал сейчас? Ой... Ой, дурик, я взял, перепрыгнул, друзья мои, через сундук. Зачем я это сделал, а? Кто мне скажет? Я не знаю, зачем. Так, ну смотрите, мы шмотки с вами забираем. Мы забираем потихонечку с вами шмоточки. Что это за... Я не могу понять, это молнии в голове или что это такое? Кстати, смотрите, внизу... О, тихо-тихо-тихо-тихо. Опа-на, что это за цветочек нам? А, это же артефакт. Ой, а у меня же два персонажа всего осталось. Господи, у нас же тут сейчас расколбасят эти ниндзя. Слушай, а этот случайно у нас не отсылка к Найт Вольфу, который из Mortal Kombat, нет? По-моему, он, да? Да-да-да, и это, по-моему, у нас тоже этот, как Нупсайбат. Ну, может быть, вам стоит... А что, у меня уже закончился бонус, что ли? Что ты меня просишь на подкреплялочку? Не-не-не-не-не-не, рулетка это ерунда, я уже понял. Да, друзья, закончилось у меня уже подкрепление мое. Сила умений или постоянно... Нет, сила умений. Все-таки мы... Когда у нас сила умений, да, на 20% круче. То есть и толкать, да, и... Правда, на неуязвимость, я думаю, это особо сильно не влияет. Так, давай посмотрим, что мы с вами вообще приобрели. Так. Эту штуку, шляпу одевать я никуда не буду. Смотри-ка. Ух ты. Дает неплохую прибавку нашим дальникам. Давай вот этому оденем. Прикольно смотрится. Так, костюмчик это и бред. Так, мечи тоже бред. Майка от майки тоже. Майка от майки. Тоже бред. И здесь тоже... Подожди. Да, друзья, тоже ерунда. Так, давай-ка вот сюда переместимся и посмотрим. Ага, новый костюмчик. Слушай-ка, слушай-ка, дает... Вот, вот, вот сюда вот мы с вами и оденем. Вместо Сай, да? Погоди-ка, зачем мне вместо Сай? Он же должен быть ближником. Господи, что я опять чудить-то начинаю? Так, ладно, давай посмотрим. Для ближнего боя, для ближнего боя. Так, это почему-то это метательное оружие. А ну-ка, переместимся еще чуть выше. Так, ну что, придется нам, наверное, взять обратно вот эти вот Саи. Или одного котика нам будет достаточно. Нет. Все-таки возьмем Саи. Нам нужно именно два танка. С одним танком мы вряд ли будем справляться. Так, а здесь у нас... Я, кстати, не вижу, чтобы у него было какое-то оружие. Может быть, это типа руки-деревяшки? В этом плане. Они хотят мне сказать. Ладно, друзья. Попробуем еще, наверное, одну заходочку здесь сделать. Ну, так, это у нас, кстати, гор уже. Основную заходочку нам нужно будет сделать на предыдущем уровне. Так, здесь у нас, по-моему, не фулл сет еще, да? Ну, естественно, мы сейчас попробуем забрать у него шмотки. Ну, еще удар, отлично. Так, опять же, не хватает оружия, все, я понял. С этими теперь разберемся орлами. О, сдуем их маленечко. Давай вот так вот подловим. Так, тихо, не надо буянить, родной. Не надо, успокойся. Так, не пойму, фулл сет, не ясно мне пока еще. Так, я с тобой не хочу драться пока. Меня разворачивают. Где там я пропустил сундук-то, помните? Надо его забрать. Так, здесь пока не будем ничего делать. Вот он, сундук. Ух, монеты сколько нам давали. Так, с этими надо было подраться мне, дурочку. Надо было мне подраться с ними. Ладно, пойдем с ниндзями подеремся, вот с этими вот.
из Mortal Kombat. Так, погнали. Хоба. Хоп-хоп-хоп, отлично. Неуязвимость. Попробую пробить, как говорится. Ага, не тут-то было. Так что, а, у меня погиб уже. Уже один котик погиб, к сожалению. Но уже лучше, друзья, уже лучше. А это что у нас такое? Тотем. А тотем нам это для чего? Кто помнит? Я не помню. Чтобы нам пройти сквозь что-то, так ведь? По-моему, так. А сквозь что? Вот. Вот здесь вот мы с вами проходим. И сундучок еще. А это у нас Наруто, по-моему, да? Или я путаю что-то? Наверное, путаю, да? Это, по-моему, нифига не Наруто. Ну, похоже, да. Тут, конечно, посмотри, сколько у них здоровья. Тут нереально мне пока с ними справиться. Далее, далее. Так, ну, мне нужно пройти вот основной наш вот этот вот уровень, который я должен, обязан просто пройти. Слушай, как-то мне на тех уровнях так спокойно, никаких ловушек там не было, да? А здесь же ловушки у нас. Так. Так, здесь у нас... Тут же у нас full set, господи, друзья мои. Тут у нас full set. Да. Ладно, фиг с ним, нам все равно... Так что, уже? Уже так быстро снесли котенка мне? Да хорош вам... Второго снесли, ты прикинь? Да, вот так вот они, друзья, шутить не любят. Угу. Ну добей ты, пожалуйста, этого хламона-то. Вот так вот. Так, что же у нас... Я никак не привыкну и не запомню расположение, друзья, вот этих вот всех ловушек. Что-то совсем не то, что я хотел, если честно. Погнали, заново. Мне нужен наверх. Основная цель моя наверху находится. Запомните это, друзья мои, наверху. Поэтому ползем с вами как-то наверх. Блин, ползем наверх. А здесь мы сможем к ним потом добраться или нет? Так, дай-ка я вот так, наверное, сделаю. Будем бомбить, бомбить, бомбить по ним. Магия, все, что у нас есть с вами. Так, минус одна, да? Так. Вот тут хорошо с вами получилось. Очень быстренько, эффективненько. Так, вот здесь мы, кстати, врезаемся об дерево и идем в обратном направлении, да? Все отлично. Так, вон сундук наверху, а здесь у нас... Можно и так, значит, пройти, да, получается? Ладно, я учту этот момент. Учту. Да иди ты в козе, как говорится, в трещину. Давай, 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 друзья. Ну, еще выстрел. Нормуль. Так, full set, верно? Верно. А иди-ка ты. Понятно. Да чтоб тебе, ну... Реакция должна быть просто офигеть какая, чтобы на все это быстренько реагировать. Ну, что ты здесь один сделаешь? Ничего ты здесь один не сделаешь, парень. Они тебя раскромсают сейчас. Они тебя разорвут. Даже не дошли. Даже не дошли. Попробуйте другие комбинации костюмов. Я понял намек. Давай посмотрим. Тут дает прибавку к ХП. Мне как-то не особо нравится этот. Здесь что? Здесь у нас инициатива. Инициатива у нас от чего идет? От куртки, по-моему, да? Подожди, от куртки или нет? Нет. Чего идет инициатива, я не могу понять. Так, здесь можно взять лук нашим дальникам. Подожди-ка, что он там? Атаку уменьшает. Ага, здесь прибавляет. Что-то как-то не особо хорошо, да, друзья, у нас тут получается все. Нам нужно именно дамаг прокачивать. Не годится. Не годится. А что ж тогда взять-то мне? Все как-то не то. Все очень слабенькое, кисленькое такое. Ну, вообще не алло. 9. Это к здоровью. А мне нужно на атаку. Тут режем дамаг себе, если мы этот оденем. Пока ничего не вижу. Я, ребят, хорошего, замечательного, чтобы нам помогло, не вижу. Придется дальше. Кстати, у нас с вами... Зайдем-ка вот сюда и посмотрим. Вот куда этот цветочек я должен, извините меня, присобачить? Куда? Вот для какого костюма этот цветочек? Где тут можно почитать? Я не пойму. Не знаю, друзья мои.
иконки, картинки, вот это вот. Не, я понял вот про этого, вот это вот, да? Это для костюма на Картмана, когда он роботом был. Это из «Властелин колец». Вот, например, сюда я могу воткнуть? Нет. Как это активировать? Я что-то не могу понять. Вообще, вот не могу понять, и все, хоть и тресни. Ладно, друзья. Погнали. На старт, внимание, марш, блин. Так, давай как можно меньше затрат. Я в основном урон-то получаю от чего? От того, что попадаюсь на эти ловушки. Чертовы ловушки, да? Ай, здесь опять драться. Ать, вот надо было прыгнуть именно. Мне сказали, что можно перепрыгнуть двоих вот этих котят. Что-то у меня не получается. Сколько я тут не пыхтел, у меня не выходит этого всего. Так. Ага, минус один. Да ед ПРСТ. Минус два, ладно, погнали. Эть! Ой, нубяра. Ну, нубяра, господи. Ну, что у меня тут осталось? У меня осталось 41 хп у этого котика, да? Да никак мне не получится с ними справиться. Никак. Что бы я тут ни делал. Жаль просто, очень жаль, что здоровье просто транжирится у меня из-за ерунды всякой. Ну, котята, сдавайтесь. Да уже сдался, заново, заново. Да, это чтобы пройти один левел. Так, вот как-нибудь вот здесь вот покороче скоротать-то можно или нет? А, можно. Мы вот если здесь вот врежемся, мы с вами сделаем сейчас короткий немножко путь. Перепрыгиваем сюда. Дальше идем сюда. Запрыгиваем. Перепрыгиваем сюда. А! Наверх. Да чтоб тебя, ну ты хорош, ну ты вот. Не могу. Зачем я в него врезался? Вот зачем я врезался сейчас в него? Вот можно было же перепрыгнуть его. Господи, ну. Ой, сам туплю по черноку, друзья мои. Ну, просто ужас. Ну давай. Танкулю моего снесли, да? Понятное дело, танкулю моего снесли. Ну, отлично, здесь мы его бомбанули. Так, ать. Ведь хотел же прыгануть. Да чтоб тебя. Не могу прям. Вот каждую фигню, ребята, каждую фигню поймал. Так, нам нужно с вами наверх попасть. Вот с этими охламонами еще нужно подраться будет. Ох. Погоди-ка, а как это я там? А как я должен туда попасть? Ну, а, вот, вот. Сколько у нас хп? Мало хп, у одного вообще одна единичка здоровья. Так, тут пом... Вот там! Ну ведь я же прыгнул! Нет слов. Ну и что, справимся мы здесь? Как думаешь? Угу, справимся. Хе-хе-хе, конечно, ага. 60 здоровья. Да, 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 да. Просто, просто разнесли в хламину. Просто в хламину взяли и разнесли. Так, ладно. Все, настроились, ребята, на игру. Ладно. Скоротаем, скоротаем. Так. Теперь наверх. Я ведь все это прекрасно уже помню. Да что тебе, Рэй, ну как ты так вот. Ну, бастой, а. По-другому не назвать, ну, бастой. Слушай, может быть, нам лучше хилку какую-нибудь взять, я не знаю, друзья мои. Неуязвимость, это все, конечно, хорошо, но что-нибудь такое хилящее было бы, наверное, лучше. Так, ага. Да ёпрасто, ну. Да, ну я же вот. Запомни, как говорится, да, расположение. Ага. Ну, по крайней мере, нас уже здесь трое. Ну, хоть одного бы героя бы нам бомбануть, и все было бы у нас, друзья мои, на мази. Просто одного. Мне нужны шмотки. Шмотки. Больше мне ничего не нужно. Только лишь одежки. Одежки. Так, тут тихо, все спокойно. Ага. Поздно, да? Короче, где камушки у нас находятся, друзья мои, на земле, там и ловушки. Понятно. Я другого ничего не ожидал. Не смогу, да, даже забомбить. Не, какое тут. Моментально тебя распишут. Еще попытка. Господи, сколько у меня этих попыток будет, а? Кто-то говорил, Рэй, а зачем ты с ним делишься? Иди дальше. И куда я дальше, друзья мои, приду? Куда я приду дальше? Да никуда. Встряну рано или поздно. Хорошо. Давай. Я смотрю, друзья мои, за кам... А тут не было никаких камушков.
Это нечестно, друзья мои. Не было никаких камушков тут, блин. Хорошо, погнали. Пускай пока падает здесь. Атакуем, атакуем. Ну. Готов, олух. Так, грибок, наверняка ловушка, да? Нет. Раньше была. А? Дудки. Ишь ты какой. А слушай, она прошла или... Ага, прошла. То есть она больше не активируется. Так, этого мы перепрыгиваем. Кстати, я не помню, у нас костюм-то фул или не фул. А то и перепрыгиваю, а с ним надо было, может быть, еще и драться. Так, вот тут хорошо, все, все, отлично. Вон, видите камушки, друзья мои? Камушки, говорю. Ну что ты будешь делать, а? Ну что ты будешь делать? Ну, естественно, придется опять там ударяться и бежать в обратную сторону. Слов нет у меня просто-напросто, а? Надо, кстати, будет глянуть, каких костюмов нам здесь не хватает вообще. Ну, понятно, что наверху нам не хватает точно вот эти все три костюма. Это я уже понял. А каких еще не хватает? М? Котики, вперед, елки-палки. Котики, вперед. Давай, отлично, молодец. Сработало. Ага. Так, надо запомнить, что здесь сразу же две ловушки. Сразу же две ловушки. Так, давай попробуем сразу наковылять им. Ну, ну хоть одного-то шваркнем или нет сегодня мы, господи. Как он там бомбит? Блин. Ну, вот это, могли же его бомбануть. Ну, могли бомбануть, друзья мои. Нет, все, он меня достал. Я меняю все себе здесь. Достал меня. Так, неуязвимость, она мне тут нафиг не нужна. Мы с вами что-нибудь поставим сейчас. Фу, что нам поставить? Что нам тут поставить? Урон каждому врагу. Вот так вот сделаю я. И... телепорт. Телепорт нам не нужен, поэтому мы с вами... бонус к силе атаки. Вот так вот хочу сделать. Все, друзья. Так, денег у нас, по-моему, нету. Или есть что-нибудь скушать питательного, вкусного? Есть. Так, постоянное лечение. 5. Постоянное лечение. По пятерочке всего лишь будет прибавлять нам. Фиг с ним. Пускай будет. Зато у нас навыки будут слабые, так? Угу. Ладно, фигушки с ним. Так, смотрим, друзья мои. Так, смотреть-то надо не здесь, господи. Надо смотреть-то вот здесь, вот в костюмах. Причем в последних костюмах. Вот тут. Full set. Вот эти три костюма. Да, друзья, нам только лишь нужно три костюма. Это самые верхние персонажи, до которых я все никак не могу дойти и которых не могу никак разбомбить. Надеюсь, что-нибудь у нас сейчас из этого получится. Я на это очень сильно надеюсь. Главное пройти здесь идеально, и все у нас будет с вами четенько. Так, перепрыгиваем. Зачем я сейчас сделал это? Зачем я дурень? А, все, 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 все хорошо, отлично, друзья. Надо было, а? Вот надо было так сделать. Я уже боюсь просто-напросто всего. Так, смотри-ка, вот сейчас у нас, кстати, очень-очень удачно идет все. Да ну, слишком рано. Слишком рано прыгаешь ты. Но в любом случае, вот этих вот чувачков мы с вами уже... Так, давай проверим. Ага. Давай-давай, именно они нам нужны, именно их нам нужно разбомбить. Да что ты будешь... Что-то как-то, по-моему, еще хуже, да, получается? Минус один, отлично, друзья мои. Хоть... Не то, не то. Не то. Так, ладно, хорошо. Давай тогда попробуем поменять с тобой, опять же, наши суперудары. Вот эта вот фигня какая-то полнейшая, по-моему, да? Урон по одному врагу, сила 200%. Давай вот так вот сделаем. Главное, чего нам не брать? Глаз. Главное нам не брать глаз, чтобы у нас там был закрыт проход, и мы не могли туда с вами пройти. Что, посмотрим, что вот это нам даст. Лечение себя, сила 20. Так, урон одному врагу. Давай вот так, наверное, влепим. Все. Вот таким вот образом, попробуем. Так. Кстати, у нас же котики, наверное, тренироваться еще хотят. Мы уж с вами много здесь побегали, да? Так, отлично. О, прекрасно. Так, инициатива. И инициатива. Или дамаг, дамаг лучше. И инициатива. Все, вот так вот. Вот таким вот образом. Так, ну что,
Когда же я этот уровень-то восьмой пройду, елки-палки. Вот встрел-то я в нем, а? Надолго я тут завис. Ну, правильно. Ребятушки мне писали, Рэйчик, ты тут надолго. Да, так оно и есть. Я тут, по-моему, вообще надолго. Может, на совсем. Если я не буду вот попадать в эти вот в ловушки, которые здесь мне вот так вот выставляют, то все будет у нас с вами тип-топ. Потому что я на них очень большую... Да ну! Ну что ты, ну Рэйчик, ну... Зачем ты так... Зачем ты сейчас так сделал, ты мне объясни. Нельзя их, друзья мои, перепрыгнуть. Ну нельзя, ну не получается. Ух ты, неплохо. Капкан какой-то. Это что такое? Что-то новенькое. Друзья, очень быстро я их раскумарил. Очень быстро. Смотрите, я могу обнаруживать ловушки. Вот что этот значок означает. Господи, а я этого не знал, друзья. Я не знал, что я могу обнаруживать ловушки. Шикарненько. Вот что я тебе могу сказать. Так, ну что, нам нужно с вами наверх. Пока мои командочки целенькие, да, все вроде бы хорошо. Так, я вижу. Я эти ловушки теперь уже вижу. Ну что, орлы, попались? Мы будем сейчас с вами тут разбираться. Да, шутки прочь, как говорится. Давай, друзья мои, бомбим. Отлично, по-моему, фулсеточку мы с вами получили. А что это? Тут ничего нету даже у него. Ладно, одного котика потеряли, но это не страшно, друзья. Хе-хе. И сундучок, конечно же, открываем сундук. Парик. И куда, и для чего этот парик нам нужен? Кто-нибудь мне скажет? Я, друзья, не знаю, для чего нам этот паричок нужен. Но, тем не менее, уже лучше. Все намного лучше. Нам остается совсем-совсем немножечко, и будет у нас с вами фулсет. Так, ну что, делаем по тому же самому принципу, да? По тому же самому принципу. Ничего не меняем. Запрыгиваем на самый верх, да? Отдубашиваем тех трех лисят. Забираем у них костюм. И все у нас будет хорошо. Да-да-да-да-да. Ловушки я уже вижу. Опа. Не будем драться. Ай, с этими-то... С этими аглоедами пришлось... Пришлось мне с ними схлестнуться. Ну. Быстренько-быстренько ушатали. Ушатали, говорю, быстренько его. Все, нормуль. Перепрыгиваем. Так, дерево. Разворачиваемся и бежим с вами в обратном направлении. Так, еще у нас, ух, очень много ударов есть суперских, да? Конечно, хотел меня подхватить. Не тут-то. Когда я их вижу, мне, конечно, намного проще играть так. Я ж прям на расслабоне, друзья мои. Ну и вот они, эти котики. Точнее, лисята. Давай, иди сюда. Опа, быстренько их накумариваем. Быстренько, просто моментально. Шемин там. Давай. Это у нас из Текен, по-моему, чувак, да? Похож уж больно. Так. Что такое, я не понял. Что, в чем проблема? Ага, костюмчик получили. Так, слушай, подожди. Нормуль. Нам остается совсем немножечко с вами. Совсем немножечко, и все будет у нас хорошо. Тут... Не могу я перепрыгнуть, да, это дерево, к сожалению. Ага, ладно, ничего страшного. Ну что же, остается еще, наверное, одну заходочку сделать, да. И смотрите, нам остается здесь получить парик. И здесь, получается, нам нужен... маска нам нужна, да? Судьи Дреда. Ну что же, все очень даже хорошо и легко. Опа, обманул. Опачки, сюда я так вот. Оп, рыбок собираем. А рыбки синие что нам дают? Больше хпшек или что? Не знаю, друзья мои, что они нам дают. Кстати, нам можно было вот сюда и не идти наверх, а знаете как? Нельзя, ну не могу я перепрыгнуть, хоть там что делай. Мы могли бы вообще сюда даже и не заходить. Знаешь, как это делается? Это делается у нас благодаря тому... У нас же нету с вами проходить через препятствия, так ведь? Так. Что-то не активировалось, что ли? Мы бы просто могли бы с вами врезаться там внизу об стенку, да? И пройти сюда спокойненько. Даже не драться вот с этими вот всякими гендальфами, фигендальфами и так далее и тому подобное. Да ну! Ты что, серьезно, что ли? Ёпрасота! Ну вот, смотри, как я имел в виду. Вот. Мы врезаемся с вами вот об эту стенку. Бум, и разворачиваемся. И нам не надо было вообще наверх идти. Вот самый короткий путь. Действительно, это самый... Ты что, издеваешься, что ли, а?
Ты издеваешься надо мной, что ли, игруля? Ты, походу, вообще издеваешься надо мной. Можно было вон там он врезаться об этот, об камушек. Так, хорошо, давай, ладно. Он меня испытывает. Эта игра меня, друзья, испытывает. По-другому не могу сказать, для чего это все вот так вот делается. Так. Да ладно, я же видел, как ты так. Ну вот, вот, вот они, эти хламоны. Давайте, друзья, сразу нашинковывать их. Сразу же моментально шеми там бомбить. Так, 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 наказываем, наказываем. Ну, еще давай удар. Так, сет есть. Остается только шлем нам с вами получить. Шлем вот этот, друзья, и все, и... Фух, аллилуйя, просто не верится. Да, 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 друзья, мы с вами прошли. А вот это дерево можно... Эть, ага, можно, нельзя. Нельзя его перепрыгнуть. Ну все, наконец-то мы восьмой этап с вами прошли. С горем пополам, но это правда, мы его прошли. Так, не забывай про тренировки, это я понял. Про тренировки я не забываю. Так, и у нас с вами 9 уровень. Но прежде чем начать, нам нужно посмотреть сет. Так, что-нибудь хорошенькое тут есть? Так, инициатива, да? Инициатива, фигня. Да уйди ты, хорош уже тут. Так, от вампиреныша дракулиты. Ага. 4 хп. Ладно, я возьму, наверное, друзья мои, вот такой вот чувачок у нас. Инициатива, конечно, чуть-чуть похуже, но все-таки. Так, и поехали на 9 уровень. А что там нам нужно? В принципе, у меня все это есть. Поехали. Будем разбираться дальше с этими охламонами. Так, у нас это, я не помню, фулл сет, нет? Ладно, нет, это не важно, сейчас мы его быстренько раскумарим. Динь-динь-динь-динь. Ну-ну-ну-ну, бомбите, бомбите, отлично. Так, вот теперь, по-моему, фулл сет. С этими я пока не хочу связываться. Хотя, почему не хочу? Мне же нужно их бомбить, елки-палки, ладно, фиг с ним. Так, тут у нас рычажок должен быть, да, где-то? А, вот он, рычаг. Например, мы его активировали. Я просто хочу глянуть, что там у нас на этой стороне происходит. Сундук наверху вижу. А, так... Я мостик открываю для того, чтобы просто вот так вот пройти. Ну, это меня не устраивает. 10 уровень открывается. Так, друзья, надо нам кое-что глянуть. Чего нам не хватает? Нам... Ой-ой-ой-ой. Так, фулл сет. Угу. Оружие. Вот, вот это я понимаю, друзья. Вот это вот хорошо. Вот я беру вот сюда. Так, тут у нас... Вот сюда возьмем. Давай дальше посмотрим. Ух ты, какая хорошая курточка. Так, здесь... Здесь ерунда. Так, тут тоже, походу, ерунда, да? Здесь тоже не годится. Шляпа, шляпа, шляпа. Шляпа не годится. Ну, смотри. Значит, мы с вами только перепрыгиваем через Рафаэля. Да? Остальных нужно нам бомбить. Да. Нужно еще бомбить, нам не хватает тут много чего. Тут шляпок, например, не хватает. Ладно, друзья, я усек этот момент. Погнали, погнали. Только Рафаэля мы пропускаем, остальных бомбим. Дракулита, вампиреныш с такими саями, ты представляешь, да? Так, ну что, придется у них... Подожди, а какие шлемы? У них же шлемов нету. Так, ать, вот мне нравится вот этот капканчик, очень хорошо так работает. Ага, вот, теперь фулл сет. А, у них маски нужны были, вот, друзья мои. Маски мы забрали, ну, очки, маски, не знаю. Так, здесь, по-моему, тоже нам нужно ее бомбануть, эту девчулю. Так, 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 ну, хорошечно, фулл сет, отлично. Все, значит, внизу всех героев мы с вами получили. Все костюмы от героев, я имею в виду. Давай дальше смотреть. Давай смотреть дальше. Так, вот здесь нужно нам бомбить их. Так, ну-ка. Обожаю, обожаю вот этот удар. Чуш-чуш-чуш. Он их сбивает и... Так, фул, не пойму. Тут нужна нам шмотка. Вот эта шмотка нам нужна. Есть! Так, фулл сет, друзья мои. Ну, естественно, ниндзя, которые внизу, нам тоже нужны. Полностью шмотки ихние. Вряд ли, конечно, мы справимся тут с ними. У них, нифига себе, почти 600 хп. Какое там мне с ними... Мне не совладать. Что бы я ни делал. Да, снесли просто котят моих. Ну, теперь пойдем и посмотрим. Давай посмотрим, что нам нужно. Так. Ага. Ерунда.
Здесь что у нас? О, ты смотри, вот это шикарно. Это шикарный костюм, я тебе скажу. И я его одену вот сюда. Так, а у тебя что? У тебя есть что-нибудь для нас хорошенькое такое? Нету ничего? Нету, друзья. Ну-ка, а тут? Мяу-мяу, вот тебе и мяу-мяу. Так, здесь пока ничего нету. А здесь? Что-то какие-то вот черепашки эти, да? Ну, как-то не очень хорошие. А что у этого не хватает? А, ну тут правильно. Тут маски не хватает, а тут маски и костюмы. Ну что, друзья, маленечко-маленечко я подкачал своих котят. Совсем капельку. Но, тем не менее, в общем, нам нужно с вами ниндзю бомбануть. Наруто. Так, девчулю это, по-моему, уже не нужно. Вот Найт Вольф и... Саб-Зиро, что ли, получается, да? Я его, правда, что-то еще, по-моему, не видел, где он тут находится. Ладно, не имеет значения. Сейчас мы с вами все это просекем дело. Так, с этими драться нам уже не стоит, потому что мы их бомбанули, и все у нас хорошо. Так, девочка, с тобой я тоже драться не собираюсь, потому что фулл сет у меня есть на тебя. То есть я просто-напросто их пробегаю, да, на изи. Так, вот здесь вот мы бомбим, рыбок обязательно собираем. Так, этих тоже не трогаем, друзья, не трогаем. Вот внизу ниндзя, да, ниндзя нам нужны, поэтому пойдемте с ними, наверное, разберемся маленечко. Вот когда мы у них отнимем все шмотки, мы с ними больше драться тоже не будем. Что такое? Что за крутас это? Я не могу понять. Ну? Да господи, так, ага. Все равно не хватает, да? Вот тут вот у нас все нормуль. Подожди, а что я сделал-то? А, нам нужно сейчас врезаться, пойти обратно, понял. Понял, понял. Не дурак, дурак бы не понял, а я-то понял. Угу, идем сюда. Перепрыгиваем. Нам нужен самый верх. Этих мы не трогаем с вами, потому что они нам не нужны. Вот здесь главное не упасть, понимаешь? Если ты падаешь, это очень... Да ты, что ж ты... Не успел, не хватило, не хватило. Не успел, друзья мои, не успел. Ладно, придется опять сделать вот такой вот круг. Ну, зато знаете, в чем плюс вот этой вот моей ходьбы? Я восстанавливаю себе здоровье, да, пускай не полностью. И жалко, что здесь нет такой возможности на ровном, на каком-нибудь месте просто взять вот так вот туф, и развернуться. Ну, был бы такой скилл, да? Развернуться в любой точке. Вот это было бы прикольно. Так, друзья, проходим. И вот здесь вот нас ожидают вот эти вот два ниндзя, с которыми мы, конечно, да, с которыми мы должны справиться, постараться справиться. Да какие же крепкие-то они, а? Ну, хоть одного накроем. В идеале-то нужно всех накрыть. Ух ты! Фига он там звезданул мне. Ну, справишься ты у меня. Ну, котик, ну! Выстреливай быстрее, ну! Изи, отлично. Ух! Справился, молодец, котик. Но этого недостаточно. Что такое? А, нормуль. Ну, этого, согласись, недостаточно. Нам нужен... Так, зато я сундук открываю. Ух! Куда вот это я должен применять, друзья мои? Куда я должен эти листочки применять? Значит так, смотри. У Найт Вольфа нас не хватает повязки. И верхние вот эти вот ниндзя. Все, я понял. Поехали, заново. Значит, Найт Вольф нам нужен. Да? Найт Вольф и... Два те ниндзя. Надеюсь, сейчас мы с вами все намного быстрее пройдем. И по красоте главное, чтобы это все выглядело. Перепрыгиваем. Перепрыгиваем. Забираем рыбок. Перепрыгиваем. Так, этих не трогаем. Тут у нас все отлично. А вот внизу с ниндзями, конечно же, деремся. Только лишь из-за одной вот этой вот, друзья мои, повязки. Ну, парика, так скажем даже. Сейчас мы их накумарим по-бринкому. Все должно быть быстро и без компромиссов. Ну что? Ну какие опять просадки, я не могу понять. Все, отлично. Фулл сет, друзья мои, фулл сет. Остается лишь только нам подраться вон с теми охламонами и выбить из них всю душу и полный сет. И все будет у нас нормульки. Да, игруха прикольная, но сразу же не поймешь. Сразу не поймешь, ребят, нахрапом, как говорится, не возьмешь эту игрульку. Все равно приходится очень много... Я, например, не знал, да, что вот этот вот значок, знак вопроса, восклицательный, точнее, знак, раскрывает тебе, где находятся ловушки. Просто этого не знал. Так, ну что, давай приступим, друзья мои.
Накумариваем, моментально накумарку делаем. Чтобы они тут вообще ничего не успевали сделать. Давай, давай. Слушай, ну вот сейчас вот намного, намного лучше, ну. Да елки-палки, уже. Да что ты? Так, фулл сет, да? Фулл сет, друзья мои. Я должен справиться с этим хламоном. Я должен справиться с ним. По-моему, все. По-моему, друзья мои, мы с вами одолели этот уровень, господи. Ну, мне понравилось. Да, что-то это мне нравится. Молнии в голове, он идет с пистолетом в одежде до сих пор этого Флинстоуна. Фу, давай проверим. Давай проверим, прошли мы или нет. Да, друзья, мы прошли с вами 9 уровень. То есть мы с вами получили все шмотки. И давай-ка мы посмотрим. Слушай-ка. Ну нет, 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 ну-ка. А вот тут вот, да. Вот так вот я сделаю. Так. Тут-то что у тебя? Ерунда. Ерунда. Так, а у тебя что, парень, есть что-нибудь хорошенькое для моих котят? Ничегошеньки. А у тебя? Друзья, ничего хорошего нету. Ладно. Ну что, наверное, мы на этой ноте с вами будем завершать, да? Мы с вами остановились на 10 уровне. Фух, вот так вот по 2 уровня за серию проходить, и думаю, что нам еще на недельку хватит. Ну, а на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.